Но вы должны знать, мы не играем в какие-то игры, мы не хотим излишне напрягать нашего главного союзника, действительно, наш главный союзник может быть образумится и вернуться к нормальным отношениям. Мы хотим работать с ними, но на равных условиях. Люди должны быть в равных условиях, студенты должны быть в равных условиях, предприятия должны быть в равных условиях, и страны должны быть в равных условиях. Это не значит, все, что в России и Беларуси взять, сложить и пополам поделить на две страны. Я говорю, не надо нам, мы подавимся от этого куска, нам это не надо. Мы должны просто существовать в равных условиях и конкурировать. И я уверен, что мы справимся. Ну, а вообще переживать нечего, у нас отличные отношения со многими государствами. Мы уже сегодня особо не страдаем, что они закрывают нам рынок по продуктам питания, притом нагло, беспардонно, без причины, чтобы наклонить, унизить. Мы этим не отвечаем, но ведь мы можем и ответить. Когда-то было, когда они начали нас торпедировать, мы начали их автомобили проверять под Смоленском. И очередь выстроилась по железной дороге и по транспорту автомобильному до Кремля. Тогда увидели, что так делать нельзя. Всякое мы переживали. Но это нам не нужно. Я это говорю честно и откровенно. Нам надо нормальные, дружеские, братские отношения. Если это старший брат хочет.